Приветствую вас. Я думаю, что ситуация ваша, она связана с тем, что вы сами по себе недостаточно уверенный в себе человек. То есть для вас эта девушка стала кем-то, ну, что-то вроде, знаете, символа. То есть она для вас символ чего-то. Может быть, она для вас символ вашей мужественности. Может быть, она для вас символ ваших желаний. Может быть, она для вас еще какой-то символ, а что-то вы в нее как бы вкладываете. И забыть вы не можете именно потому, что она вам нужна для чего-то. Для чего-то она вам нужна. Вот и давайте мы с вами попробуем подумать, а для чего она вам может быть нужна? Чем она так привлекательна для вас? В чем ее привлекательность, да? И почему она так сильно вас зацепила? Возможно, тем, что она вас как-то, может быть, подавляет даже. На это указывает косвенно то, что вы ее боитесь и испытываете дискомфорт в ее присутствии. И если это так, то необходимо понять причины подобного поведения с вашей стороны. Если это так, то необходимо ответить себе на вопрос, все-таки, почему же она вас так, например, пугает. Ну, скажем так, пугает, да? Вот. И какое значение она для вас имеет. Вот тогда вы сможете для себя подобрать, ну, я думаю, наиболее правильную тактику поведения. Потому что пока то, что вы делаете, можно назвать чем-то таким, знаете, немного неосознанным, немного робким, неуверенным в себе. А девушки, они, как правило, чувствуют, когда к ним относятся немножечко неуверенно. И если вы хотите, чтобы к вам относились иначе, то старайтесь все-таки сделать так, чтобы вас было, ну, например, за что уважать. А чтобы вас было за что уважать, необходимо как раз-таки поменять свою модель поведения по отношению где-нибудь вообще, и в первую очередь, наверное, к себе. То есть проработать, что для вас есть мужское поведение, уверены ли вы в себе как мужчина, а вы, скорее всего, в себе как мужчина не уверены. Соответственно, ответить на вопрос, почему вы не уверены в себе как мужчина, и дальше в этом направлении двигаться. То есть процесс работы с вами – это процесс нахождения того образа мужского поведения, который бы соответствовал вам. Это процесс ликвидации всех моментов, в которых вы в себе не уверены. И тогда, я думаю, вы получите гораздо больше свободы во взаимодействии с девушками вообще. Какая-то одна девушка, которая, в общем-то, на вас все равно не будет вас
так трогать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!